рекомендую Нордфонд. Добре, ми починаємо. Так, доброго дня, вечора. Я бачу, що у нас вже є 8 глядачів. І сподіваюся, що до нас приєднаються інші глядачі. І зараз ми почнемо трансляцію з мистецького барбакану лекції. Лекція буде стосуватися революції і мистецтва, і людини. Але яка саме буде і тема, нам зараз розповість художник, який буде читати цю лекцію. Так, зараз ми вже наближаємося до мистецького барбакану. І як і минулого разу, ми ж революційні журналісти не можуть прямо туди перемогти. Вони мають якось долати труднощі і складнощі. Бачимо резидента мистецького барбакану. Привіт, ти сидиш на лекцію? Прогулюєш лекцію? А я щось профтичив? Так. Чия лекція зараз? З Ліського. Ну, зараз лекція з Ліського. Ти що, головний авторитет революційного мистецтва знавства наразі, бо у нього вже були дві лекції, на відміну того, що нема жодної. Добрий вечір. А де ви? Це лектор. Як буде називатися лекція? Сьогодні, а я вже забув, у мене там десь записано. Ти ж пам'ятаєш, я к словам особо не прив'язуюсь. Но ми будемо говорити о будущем, то есть говорить о интернете, скорее всего, в большей степени, но о новом культурном пространстве, которое вот-вот возникло, возникает. У нас же процессы все не за один день. Мы говорим о исторических, социальных процессах. Чекаем, а чего чекаем? Я думаю, 8 еще не вам. Ну, у вас, видимо, я готов стартовать. Мы пришли. Все, если вы чекали нас, то мы нет, я на самом деле, вот, хотите чаю? Хотим. О, я бачу ще одне знайоме обличчя. Да? Все, можна вже передати привіт мамі. Можна в прямому ефірі? Ну, я не знаю. Ти не чуєш, що мама увидить, що ти без шапки? У меня есть отличная шапка. Мне такую хорошо, стальную панамку дали поносить полчаса назад. Ну смотри, тебе с мамой разбираться. Ну я тебе в таком шапке. Она там пристегнута к сумке. Добрый, Андрей, скажи, пожалуйста, ты веришь, что сегодня вечером будет штурм? Ну это же не вопрос веры. Ну, то есть, есть какая-то секта такая верящих в то, что сегодня вечером да, будет штурм. Да, ты належишь до секты? Я первый раз слышу, а можно как-то ознакомиться с догматами. Ну, значит, догмати такі, значить, почне Альфа, спецрозділ Альфа, він, значить, проникне на Майдан десь там у першій годині під виглядом протестувальників мирних. Вони так, знаєш, будуть примусово посміхатися, а такі, значить, зайдуть, і потім по сигналу вони витягнуть, значить, з кишені лумаку і почнуть нас лупити. А інші, значить, хлопці, які не вміють посміхатися, тому, значить, вони не заходять всередину, вони, значить, в касках будуть з надвору, значить, теж якісь чинити протиправні дії. Крім того, відключать інтернет, воду, світло і відкачають повітря. Я зрозумів. Ну, красиво чувствується, що ти Карпенко Карова закачував, я увлекся просто. Така мені цілим, я просто почула це від багатьох людей сьогодні, розумієш, я вже ж завчила текст. Ну і ти предлагаєш углубитися в ці нюанси. В то, що я тебе питаю, будет, просто ти можеш. Я просто розумієш, ми з тобою второй раз общаємося, ти второй раз на пытаешься перевести разговор на какие-то, ну, не совсем мне понятные темы. Я тебе об этом отчаянно маякую, но почему-то не получается. Я сюда пришел, ну, не знаю, лекция ли это, вряд ли, да, беседа. Я пришел вот поговорить о том, что меня беспокоит больше всего. По сути, это единственный вопрос, который даже меня не то что беспокоит, а, ну, просто я ему увлечен. А так случилось, что вопрос настолько широк, что и все происходящее в него помещается.
чем еще? Я как раз я сообразил. Я вот сейчас как раз ближайший час. Или даже можем выяснить, если люди не придут, так я прям с тобой начну разговаривать, потому что это вопросы, которые отчаянно беспокоили тебя в момент нашей последней беседы. Ты не знала, как действовать в ситуации, когда текст, помнишь, баночек шампуня, тебя такое, тебя очень беспокоило. Вот, собственно, вот как жить со всем этим, об этом я сегодня и собирался поговорить. Друзья, кто-то пришел меня послушать сегодня, или тут все заняты своим делом, кроме того? Цю людину я бачила на тій стані. А вот мне тогда еще одну чашечку. На тій стані. Ти маєш якісь відомості від мольфарів, мені розповіла подруга. Може ти нам розповісти? Давай. Я розповідав, так. Не певен, що на цю камеру. Ну що, люди які? Мене звати Роман, я є з Черкас. От, тут повно, ну, в Києві, на Майдані, повно дивних людей. Є люди зовсім дивні і зовсім прямо божі. Такі, що хочеться мацати руками, хоча людей я не дуже толерую і торкатися їх не хочу. Але такі бувають, ну, суперлюкс. Їх дуже мало, у них прекрасне почуття гумору. Іноді можна подумати, що вони жартують. Але коли підтвердження приходить з незалежних джерел на повному серйозі, ти розумієш, що той жарт був просто запобіжником, щоб у людей мозок не погорів. Ну от інформація приблизно така, вона є невтішна на сьогоднішній день, але вона втішна для перспективи. В Україні у нас все-таки буде українська держава і українська влада, але треба почекати до кінця наступної осені. Ого! Всього тільки, не 10 і не 15 років, як в М'янмі, а всього тільки, до кінця наступної осені. Є й погана новина. Перед тим у нас буде невеличка громадянська війна. Але, шановні жителі маленьких містечок і сіл, вам нічого не загрожує. Стріляти будуть тільки в великих містах, в мільйонниках, з чим я їх і поздоровляю. Омаго, скажи, будь ласка, від кого ця історія? Від кого ти почув першу цю легенду? Іван Дудка – це українсько-знаменитий козак, характерник, спадковий, широка козацька кістка. Ту людину мали бачити, мали знати, і що. От, це одне. А одна жіночка на прізвище Стахів, ім'я її казати не буду, вони з Тернопілля. От, її тут не було на Майдані, але її синочок мені передав. Андрійко, вітання. Ми маємо деякі тут багато легенд відносно того, що тут було. Ну що, я, наприклад, чула таку неперевірену версію, що наступним президентом України взагалі буде Тетяна Монтяк. Це така мало відома політична. Мені тільки жаль трошки Тетяну, вона така класна тітка, розумна, здібна і такий прикрий поворот в житті, жаль буде, жаль. Мені здається, що наступному президенту настільки заправлять чи вставлять, я не знаю, як це сказати українською мовою, щоб стало страшно і відчутно, щоб там все зжалося, де має зжатися. Але я думаю, що наступний президент України, ким би він не був, навіть Ісусом Христом чи наступною інкарнацією Будди, от я думаю, що він не просидить і 2 років, можливо, навіть 1. Ну, бо геополітична і економічна ситуація припасна. От, тому... але мене це тішить, якщо це не Тетяна Монтян. То мене тішить, тому що ротація, мені думається, що програма «Мінімум» – це ротація влади. Раз, і програма «Мінімум» два – не втратити ще одне покоління. Тобто не дозволити, щоб їх переламали через коліно так, як переламали моє покоління і наступне за ним. Все, якщо ці два зможемо. То все, люкс. Перемога. В 2004 році, коли ми думали штурмувати, ну як думали, хто там думав, штурмувати адміністрацію президента, ще тоді, в 2004 році, підходить жіночка з CNN і каже: «Скажіть, це вже все перемога?» Кажу: «Зайнька, постій тут трошки, зараз подивишся, як нас будуть убивати». От, ну тоді нас не вбивали, хоча я побачив, ну я просто побачив тоді стільки спецназу, у мене був ніж з собою, я був молодий,
героїчний. От я був готовий, я не знаю, що робити. Я зараз такий хитрий жит. От що я тільки людей хочу рятувати. А сам... виделка, ложка. Ложка, ну ніж є, але він не той уже, що на спецназ треба. А от 30-го числа, коли я виводив людей з майданчику, з тої тарілки, у мене навіть ножа не було. Прийшлося голими руками, без мегафона, без ножа вивезти кілька десят людей без подряпини. Це було можливо. Просто треба було цим займатися комусь, а не було кому. Крім мене. А скажи, на тобі були окуляри в той момент, як ти виводив туди з Майдану? Так. Тобто, бачите, людина в окулярах виводила людей з Майдану. Бачите, якщо людина в окулярах може це може... Без ножа. Без ножа, без кулемета. Тобто, без мегафона, знаєте, не вистачало мегафона. Мегафон був у хлопчика, який кричав: «Знімайте, дівчатка, знімайте, знімайте». Ну, як падає перша лава, як по першій лаві йдуть пішки, беркута. Перша ж лава була дві колони дівчаток маленьких, перший, другий курс, які вискочили, як чорт, не знаю, скуда, з конопель, прямо між нами і беркутом. І перші впали. Все треба було стояти, знімати. Добре, але ти в цей час, значить, не злякався, а виводив людей. Я ні, мені вже не було чим лякатися. Я ти цей час ти вже... такий сміливий, скажи, будь ласка. Ні, я неправда, я не сміливий, я контужений. Я цей час пережив, ну, власне, погром, та, і сценарій, коли я піду без ножа і без кулемета, і навіть без гвинтівки на Беркут, я його пережив там, в Тустані. От я там 2 місяці жив взагалі-то. Я хочу сказати для наших глядачів, що Тустен – це дуже гарний реконструкторський фестиваль, який відбувається влітку в Львівській області, в такому селищі Тустень, де є залишки фортеці. Село називається Урич. Село називається Урич. Лів Урич, добре. А я тебе питала про що? Ти мене питала, як так сталося, що я став герой України і національний лідер. Спаситель Отечества. Сталося так, що живучи 2 місяці без електрики, без електричних і електронних пристроїв, тільки під м'якими стінами намету, автостопом і на натуральному підножному харчуванні, коли не бачиш людей довго, стаються прекрасні речі. Наприклад, тобі починають показувати кіно замість снів. От, ти в цьому кіні живеш. Частину цього кіна, яку тобі показували всю ніч, тобі дозволяють залишити в пам'яті і резюме. Ну і резюме було таке, що сопротивлення безполезне, головне врятувати люди, як можна більше. Все. Добре, дякую тобі. Ми бачимо, як люди стають героями. Вони просто 2 місяці живуть на природі. І там їм мозок транслює думку про те, що люди – це найголовніше. І я хочу ще резюме таке зробити, що бачите, тренд сьогоднішнього дня – це людина без ножа, в окулярах, яка навіть без мегафону рятує дівчат під час бою. Наскільки це розповсюдиться, ми побачимо, але мені здається, що це нова модель героя, яку, народження якої ми спостерігаємо. Тепер вже не модно більше бути таким духом і не обов'язково мати там великі статки для того, щоб бути в тренді. Для цього треба бути на Майдані, на окуляри, без ножа і охороняти дівчат. Ми зараз чекаємо, здається, почнеться чи ні. Ну так друзі, маєте ідею, куди ж такого приїхали? Ви хто? Я просто помню. Ні, ще один. Я був на телевізійному штані на Майдані. Сильно бачите, вау!
це моя саме любимая. Хлопці, любимая. А ви десь знаходитесь на мистецькому Барбакані? Ви маєте якесь відношення до мистецтва? А ну давайте, хоч дивіться, нас зараз дивиться 167 глядачів. Скажіть, будь ласка, ви тітушка? Я? Да. Я відповім вам, я не тітушка, я є громадянин України, який приїхав захищати сюди свої права, права своїх дітей, тобто взагалі, тобто отак. Скажіть, будь ласка, свої права. Хто наразі нападає на права ваші і ваших дітей? У нас, ну, государство немножко несправедливе. А, тобто держава на вас нападає на ваші права, і ви приїхали звичайно, захищати. Да. Для частних підприємців, для взагалі, ну, тобто людей таких, які трошки. І взагалі народ у нас трошки. Тобто ви охороняєте народ від держави? Ну, десь так. Я вам такого не казав. Ну, я так сказала. Я такого вам не казав. Я не охороняю народ від держави. Я підтримую народ України. Розумієте мене? А хто нападає на народ України? Чому він падає? Якщо він потребує підтримки, значить є якась загроза. Звідки ж вона йде? Яка загроза? Бачите, у нас, ну, нападають на нас, ви знаєте хто. Ну я ж хочу розуміти нас ви знаєте, різних людей. Ні, я хочу вам сказати, що, наприклад, ми тільки що були на антимайдані, і там вони, значить, бояться, значить, мешканців, резидентів Майдану. Вони, значить, вважають, що ми, майданівці, вони, значить, становимо для них загрозу. Значить, ну не просто так це є. Ага. Але ми на їх не нападаємо. Ми мирна акція, яка є, буває тут. Ви це добре знаєте. Да? Ми захищаємо себе. Поки що вони на нас нападають. Вони просто ввела в оману ваша шапка. Я така бачу, таку вона такого зеленого кольору. Вона сірого кольору взагалі. Я бачу її зараз зелену, вона мені так здається цим жовтим світлом цих, як вони називаються, ці штуки. І, значить, тобто навіть люди в сірих шапках можуть бути мирними і стояти на боці народу України. Звичайно. Ну, це радо. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Я з Києва саме. А ви з Києва. Скажіть, будь ласка, а мама знає, де ви зараз? Мені 28 років. Ну все одно, ну, ви думаєте, мама що знає, мати де все одно? Мати знає, де я є, але, ну, якби вона, щоб мені, ну, не сказала, так, я б, можливо, ну, прислухався до її там, поради, так. Але я зроблю так, як я вважаю нужним. На русскому буду говорити, я як киевлянин, так. Говоріть такою мовою, яку я вам зручно. Я теж киянка, я стараюся говорити мовою, яку я знаю. Дочка маленька, понимаете, ну, немножко, блин, ну, п'ятий год пошел, да, я вот, не знаю. У меня бизнес был свой, который я немножко потерял, вот, из-за того, что немножко начали давить, а может быть и маленькая моя была ошибка в этом. Но я хочу сейчас, вот, и много людей, вот, такие же, как и я, вот, меня поддерживают, да, и здесь мы собрались вот, как-то, все. И в основном весь остальной народ Украины. Добре, значит, у вас еще есть женщина, скажите, пожалуйста, а женщина, что вам кажется, что вы тут працюете? Можете їй передати вітання, що ви не десь, а на Майдані? Привітання їй передавати не буду, бо я взагалі з нею трошки посварився. Ага, добре. І в мене така ситуація. Я кажу прямо, як є. Добре, тобто жінка не переживає за вас, а мама... Можливо, і переживає, але... Хай переживає мовчки, ми не будемо її вітати. Хай переживає мовчки, так. Вона каже таким чином, що не будемо її вітати. А ну, все ж таки, скажіть, ваша мама на вашу... Мені просто цікава ця ідея, як батьки, як старше покоління бачить цю ситуацію зараз. Вас підтримують ваші батьки, ваше виживання? Не, моя матір підтримує взагалі все життя, всю дорогу підтримує матір. Матір – це є матір, розумієте? А якщо говорити по поводу Майдану, ви знаєте, як материнське серце немножко здесь тривожиться, ви знаєте, як от ситуація здесь происходит. Так, побиттями на Майдані. Ну, як часто ви з нею зізвонюєтесь? Вчора зізвонювався. А сьогодні ні? Сьогодні ще ні. Ще ні. Але раз на день? Але вчора вночі зізвонювався. Так. Тобто кожної ночі мама не проводить на зв'язку? Ну, матір є матір. Добре, дякую. Це приємно чути, що є святе у людей, це мама. Дякую вам. Вітаємо. Може, так все зараз подивитися, що я кажу.
А вот об этом я говорю. Это вообще один великий посадник. Тимошенко премьер-министр. Ну что, попробуем опять сначала. Господа, а если вы ко мне пришли пообщаться, то давайте, пожалуйста, сюда. Я думаю, что наш статуист вот так вот снимается симпатично наша модель. Девчонки. А, ребятки, если вы ко мне просто, я, пожалуй, уже начну. Или слезть, или встать. Народу пока немного. И никого не было, никого из тех, кто здесь присутствует, никто не был в пятницу, да? Ага. Нет. Причем же тут прости, я просто пытаюсь... Я строил сегодняшнее выступление как продолжение пятничного, а теперь получается нужно немного... Ну, на самом деле, абсолютно все равно. Нужно с резюме. Так мы на нем и зациклимся. Значит, смотрите, что происходит. В общем-то, никаких... специальных формул, да, никаких открытий, никаких сюжетов и сценариев, ничего такого я вам сообщить не собираюсь и не собирался, извините, если кто-то такое услышит. Вот. И в принципе, возможно, в любой другой ситуации, скажем, культурной, да, вот, не такой, как сейчас, этот разговор с незнакомыми людьми на улице был бы крепко преждевременным. Речь пойдет о том, что все вы, да, никто, наверное, не, думаю, не будет спорить, когда я буду говорить о том, что сегодня нет ни одного нормального, не то чтобы описания, а какой-то нормальной точки отсчета для того, чтобы понять, что происходит здесь и сейчас, не только вот прямо на Майдане, не только в стране, а в принципе во всем культурном пространстве. То есть ни в социологии, ни в культурологии, ни там еще какая-то логия, ни философия, к сожалению, так, как она выглядит на сегодняшний день, потому что философы в массе своей сегодня это историки философии, да, они скорее знают о том, кто что-то думал по какому-то поводу, чем у них есть какая-то концепция, которая как-нибудь похожа. Я понятно говорю, да, нормально? Отлично. Ну, то есть вы уже поняли. Суть просто в том, что где-то там, видимо, во мне эти вопросы зудели, не знаю с какого момента, но с лета этого года я плюнул на все и решил начать с нуля. То есть все, что я хочу сейчас вам предложить, все, что я хотел бы поделиться и что хотел бы донести, это просто некая система, позволяющая получать, ну, какие-то более-менее адекватные объяснения тому, что у нас происходит, на достаточно больших хронологических кусках, ну, как-то моделировать будущее и всякое такое. Вот. Ну и задача моя просто вот всеми возможными способами, где-то какой-то логической конструкции, да, где-то накидывая просто как примеры какие-то факты, заставить вас увидеть так, как вижу я. Вот. Поэтому неважно, там, пропустили мы в пятницу, не пропустили. По большому счету, вот как только вы это увидите, я уже знаю по опыту, развидеть это будет очень сложно. Вот предупреждаю сразу, еще назад попроситесь. Не томите, да. Я просто, одна часть меня говорит с вами, а вторая часть пытается понять, все-таки продолжать так, как я хотел говорить сегодня, или начать с того, что я говорил в пятницу. Ну, давайте на ваш выбор. С одной стороны, есть. Давайте на мой. Я об этом говорил в пятницу. Давайте будет сегодня о будущем. Давайте поговорим о интернете как о новом культурном пространстве. Заговорим мы об этом деле не сразу. Сначала я, пожалуй, упомяну то, что вызвало в прошлый раз такую максимальную реакцию. Я говорил о сегодняшнем времени, вообще всей европейской культурной системы, да и мировой, наверное, тоже, как о времени апокалипсиса, то есть конца света. Неправильно ставить знак равно в моей системе между апокалипсисом и Армагеддоном. Никаких руин после этого не остается. Ну, конец света, это же не всегда страшно и больше ничего нет. Это конец фильма еще, может быть, да, то есть конец каких-то договоренностей. Что такое апокалипсис в культурном смысле, в историческом? А не в смысле взорвалось солнце и через там 5 минут нас не стало. Это конец какой-то договоренности.
календарь мая, система летоисчисления. Да, вот календарь мая закончился. Для тех, кто находился внутри этой системы, наступил апокалипсис. Все, конец света. Что там дальше, вообще непонятно. Пока как бы не состоится новая передоговоренность, неважно. Поняли меня. Да, и у нас об этом сложно было говорить там 10-15 лет назад. Сейчас вообще даже нет смысла говорить о том, что все на наших глазах трещит по швам или заканчивается. Очень-очень много систем. Вот. Начиная там от литературы и физики, заканчивая календарем мая. Но во всей этой печальке есть обратная сторона медали. Во-первых, если что-то заканчивается без треска, взрыва, шума и пыли, то, как правило, это означает начало там какой-то новой договоренности. Ну, то есть, если у нас закончится экономика, мы же не перестанем как-то между собой взаимодействовать. Ну, придется создавать какую-то новую экономику. Некоторые системы настолько сложны или набрали такое количество инерции, что они прекращают свое существование как системы, да, но от них какие-то последующие еще остаются. Вот самая веселая такая наука, наверное, которая закончилась практически сразу же, как только родилась, это кибернетика. То есть, по сути, кибернетика как система закончилась в 80-е годы, а точнее там в чертежах была сразу заложена ошибка. Да. Основная задача кибернетики, главная, которую она перед собой ставила, и на что балдели там все фантасты 60-х, 70-х и так далее годов, это создание искусственного разума. Но создание искусственного разума в концепции современной кибернетики невозможно в принципе. Все знают об этом, да? Или надо напомнить? Или вообще проскочили? Надо напомнить. Очень просто. Божественное провидение, Его Величество Случай, Госпожа Удача. Вы понимаете, что я называю разными словами вещи одной и той же природы, да? Вот, так вот, вот эту штуку в кибернетике, вычислительной машины, в конструкции искусственного разума занимает такая вещь, как генератор случайных чисел, который на самом деле не является случайными числами, а является программой. Все, точка. Вот, но тем не менее... Вот кибернетика породила кучу всего, и, собственно, вот об этом сейчас я предлагаю поразмышлять и подумать, потому что, с одной стороны, у нас 15 лет, 20, как существует интернет, как способ общения, в первую очередь. А 15-20 лет – это как раз то самое время, когда можно говорить о чем-то, как о новом там культурном пространстве или культурном канале. Быстрее не бывает. Как бы быстро мы не сменяли один iPhone другим, есть просто нормальная человеческая инерция, пока человек не вырос в этом и не относится к этому как к нормальному, мы не можем с этим взаимодействовать. Ну и там гумуса должно нарасти, понятно. Да, то есть никто не возражает, если я интернет вот рассматриваю как будто бы вот только с нуля, да, как с сегодняшнего дня, как будто он вчера появился. То есть мы раньше там как-то взаимодействовали, но только вот сейчас, приблизительно вот, ну там плюс-минус, у нас уже появилась возможность попробовать с этим разобраться, наметить какие-то схемы, ну и как-то осваивать это пространство. С другой стороны, мы живем с вами, об этом в последнее время стали мало говорить, в постинформационной эпохе. Это совершенно новое состояние для человеческой культуры. В принципе, то есть постинформационная эпоха – это ситуация, состояние, когда культурный обыватель, то есть некий среднестатистический индивидуум, обыватель не в смысле тупой, а в смысле с усредненными культурными запросами, да, находящийся где-то посерединке нашего культурного пространства. Так вот, что такое информационный голод? Это когда средний обыватель недополучает какое-то количество информации, неважно какое, там уже можно о степени. Так вот, в этом состоянии все человеческие общества, все человеческие цивилизации находились приблизительно до 1970-80 года. Еще до появления интернета информационные каналы, я говорю, конечно, о европейской культуре. Все, я могу так подробно не идти, всем понятно, о чем я, куда. Вот, то есть нужно нам просто отдавать себе отчет, что мы уже живем строго в другом пространстве.
не в обществе, не в моральных ценностях дело, а речь идет уже о метафизике. Причем, когда я говорю мета, я имею в виду, что она с физикой связана там, по логике Аристотеля и так далее. То есть это не бла-бла-бла, это ну, для того, чтобы жить, нужно вырабатывать какие-то новые закономерности и прочее. Вот. И вот сейчас я от каких-то общих слов, сначала я хлебну чаю, если позволю. Кто-то хочет еще чаю? Вот. Вот, так гораздо лучше. И теперь, если понятно, интересно, я вас не утомил, давайте попробуем какие-то вещи в этом новом мультимедиа пространстве, в этом новом пространстве общения посмотреть, как там что работает, как это что выглядит, что мы можем там докопать. Через что мы смотрим, через что мы созерцаем, правильнее будет говорить, это новое пространство, через наши вот устройства, через смартфоны, компьютеры и так далее. Причем до недавнего времени шла гонка по том, что какой экран будет больше, где больше цветов и так далее, но в последние годы мы как-то не заметили, с одной стороны, фотографии все больше и больше, фотоаппараты все больше и больше мегапикселей умеют, а с другой стороны, наши устройства показывают нам какие-то все меньше и меньше и меньше картинки. Сейчас это уже стало не меньше, сейчас это стало стандартизовано. Возможно, некоторые из вас не знают, но Facebook, например, и еще некоторые социальные сети, загружая в себя ваши фотографии, ухудшают их, то есть приводят к некому среднему знаменателю. Да? То есть на любое изображение, которое приходит на ваш Facebook, накладывается некая матрица, состоящая, да, там, из пикселей. А какое изображение приходит? А приходит чаще всего изображение, снятое цифровым фотоаппаратом, согласитесь. То есть неважно, в телефоне он или нет. То есть, что такое цифровой фотоаппарат со всеми его программульками и так далее, и так далее. Это некая абстрактная концепция, авторами которых являются там 50, 100, там, тысяча, хотите, инженеров там, фирмы Nikon, предположим. Да. То есть получается, что некая вот абстрактная концепция, воплощенная в пластике и металле, фиксирует какое-то изображение, бьет его на пиксели, и эти пиксели отправляются в ваше устройство, и эти пиксели вы видите как окружающий мир. Да? То есть мы можем говорить о том, что пиксель – это элементарная культурная частица. Причем в мультимедиапространстве, разумеется. То есть меньше ее там не бывает, и вы ее все видите невооруженным взглядом. Да? Более того, и она именно культурная, а не изобразительная, потому что для любителей формальной логики напоминаю, что текст вы на экране тоже видите в виде пикселей. Так понятно, интересно, да? Ясно, куда я веду? Спасибо. Итак, пиксель. Элементарная культурная частица отвечает только, да, получается, на один вопрос. Да, нет, черный, белый, темнее, светлее. То есть, в общем-то, но с другой стороны, он ведет себя как довольно дуально. Мы можем посмотреть, как он конвертируется в денежные единицы, да, когда мы оплачиваем какой-то баннер, там, как рекламный. Мы можем очень четко посчитать, вплоть до пикселя. С другой стороны, мы его можем описать разными способами. Мы его видим, мы можем сказать, что это черный пиксель. А с другой стороны, мы можем сказать, что это пиксель слэш 6 нулей. То есть объявить его цифровое значение, да, на программном языке. Вот здесь возникает сложный момент, потому что в пятницу я говорил о теории единого культурного поля, которая вырисовывается вот при размышлениях. То есть мои попытки структуризировать происходящие культурные процессы сообразно физической теории единого поля, которая вот была там объявлена и заявлена в 20 веке. И вот здесь, конечно, заявление о том, что пиксели являются элементарной культурной частицей, оно бы прозвучало, и про его квантовые свойства. Но в этой аудитории давайте просто вот так вот и оставим это заявление мое.
Размышляя о пикселе, я, конечно, не мог не обратить внимание о черном пикселе. Я не мог не обратить внимание на черный квадрат Малевича. До этого момента научные разработки Малевича меня не интересовали. То есть я просто сразу хочу сказать, что я не тяну на себя авторитет этого известного художника. Более того, у меня нет своей версии, что он имел в виду под этим черным квадратом. Я просто пользуюсь этой штуковиной как удобным наглядным пособием для изложения своей точки зрения. Да? Смотрите, что такое черный квадрат, как культурный объект? О чем он может нам сказать? Он нам может сказать о том, что у, опять же, среднего культурного обывателя в доинформационную эпоху было такое состояние, возможность задать рамку. Я думаю, что если вы сейчас не согласны, вы чуть-чуть послушаете, вы поймете, о чем я говорю. То есть, вот у нас есть черный хаос, да, неструктурированного, непонятного чего угодно, материального, нематериального, неважно. И вот Малевич, если не понял, то, по крайней мере, зафиксировал, что в начале 20 века, то есть в конце до эпохи информационного голода, сформировался первый вопрос. У культурного человека достаточно знаний, навыков, умений, ощущений, реакций, чтобы в этом всем хаосе вычленить вопрос, который его интересует. Задать горизонт, задать верхний горизонт, задать ракурс. Сам по себе квадрат. Я понятно говорю, или вам кажется, что я как-то так бла-бла-бла? Это тебе кажется, рассказывай. Нормально, хорошо. Да, мне все время кажется. С другой стороны, квадрат сам, то есть задать только один вопрос. И все. Что делать? Как? Куда? Ситуация достаточно тупиковая, но это факт. То есть сейчас становится понятно, почему. Ну, то есть, если принять эту концепцию, становится понятно, почему 100 лет назад нельзя было ответить на целую кучу вопросов. Потому что ответ возникает в неком поле вопросов. Вопросов должно быть 10. Когда есть один вопрос, что делать, да, и что? Приборы 20, а что приборы? А что 20? Ну вот, вот эта ситуация такого вот закрытого цикла, на мой взгляд, иллюстрируется этим черным квадратом. Но с другой стороны, квадрат, рамка белая, да, сам по себе, как граница, как геометрический объект, как попытка материализовать этот геометрический объект, это очень серьезная заявка. То есть из этой фигуры, квадрат – это знак уже очень серьезной цивилизации, согласитесь. Умение сделать квадрат, умение мыслить квадрат. Если все согласны с такой концепцией, давайте тогда попробуем представить, что же видит средний культурный обыватель вот прямо сейчас, что мы можем попробовать увидеть прямо сейчас в постинформационную эпоху. Для этого... Вот об этом я не подумал. А футболку видело большинство или нет? Все пришли? Нет. Нет, да? Ну окей. Я предлагаю представить черный квадрат Малевича тремя следующими способами. Я сейчас буду попытаться показать, если нет, я буду танцевать на пальцах. Давайте попробуем представить черный квадрат, у которого есть большая белая рамка, но не плоская, да, то есть белый колодец. Сейчас дадут тебе предмет для рисования. Да я думаю, не нужно. По-моему, и так все понятно, да? Или нет? Да, то есть белый колодец – это то расстояние до вопроса, которое мы сейчас можем себе позволить. У нас есть интернет, у нас есть Google, у нас есть сейчас, напоминаю, чем отличается наше состояние от того. Мы можем найти любой ответ в Google. В интернете. Нам нужно только правильно задать вопрос. Соответственно, рассматривая какую-то проблему, мы можем ее рассматривать очень лобильно по исторической координате, о чем я пытаюсь сообщить вот этой вот рамочкой. Да? То есть мы ее можем рассматривать с позиции сегодняшнего дня, вчерашнего, с позиции дня Малевича и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, да? Так. Вот.
Вторая проекция. Я предлагаю, чтобы она выглядела так. У нас есть черный квадрат. У нас есть белая плоскость, которая стоит перпендикулярно этому квадрату. О чем я говорю? О том, что у нас благодаря той же информационной базе есть возможность смотреть на вопрос, на объект не только со своей позиции, но и с культурной позиции любого участника нашего культурного пространства. То есть, да, благодаря интернету мы можем узнать, что думает вьетнамский рыбак о черном квадрате Малевича. Ну, чисто теоретически, если нам так захочется. Да, мы нормально себе представляем ситуацию, буквально в несколько дней мы находим рыбака, перевозчика, тра-ля-ля. Да, то есть вот эта вот белая плоскость, она как бы нам говорит об угле зрения, который мы можем себе сегодня уже позволить. Тут понятно, да, не нужно рисовать. Ну и третий мой квадрат выглядит очень просто. Это белый квадрат, в котором внутри написано слэш и 6 нулей. То есть описание цвета с точки зрения кода HTML. О чем я здесь хочу сейчас сказать? О том, что, опять же, у нас есть очень большая база, которая нам позволяет рассматривать явления и фактологически. То бишь, мы очень много знаем, предположим, о черном цвете, да, с точки зрения физики. И эстетически, и логически. То есть, получается, что каждый из этих кубиков, в принципе, можно рассмотреть как отдельную трехмерную систему координат. Если вы приглядитесь, вы здесь легко найдете аналогии, когда я говорю, напоминаю, вот этом вот белом канале, да, здесь у нас появляется фокус, диафрагма, но я говорю просто об аналогиях с какими-то, понимаете, да, когда я говорю о плоскости, которая поставлена перпендикулярно квадрату, все, что хотите, и оптика, и веселый ПНП-переход, ну вот любые, или просто, да, угол падения равен углу отражения, обычные физические штуки. Ну и здесь тоже трехмерная система координат, я думаю, понятна. Физика, эстетика и логика. Таким образом, вот, это то, что может позволить себе средний обыватель сегодняшнего пространства вместе с мультимедийным по сравнению всего лишь с обывателем до времен Малевича столетней давности, а на самом деле просто через границу этой эпохи. И это не просто штука, господа. Если кто-то из вас это все себе представил в голове, я обращаю ваше внимание, что вот эти три системы координат, они имеют вот эта вот вершина, для них общая. То есть, если кому-то из вас сейчас удалось все это вместе подержать в голове, я вас поздравляю, вы только что увидели девятимерную конструкцию. Я понятно объяснил или еще раз повторить? Сейчас кто-то попросит еще раз повторить. Я могу еще раз повторить. Нет, я же дело же не в том, что я хочу какое-то впечатление, мне же важно и интересно, чтобы я был понят и начался какой-то диалог. Если неинтересно, мы закидаем крошапками. Хорошо. Так, это понято. Понято и принято. Главное, что принято. О чем дальше? Дайте мне тогда, наверное, какой-то поворот, потому что, в общем-то, для меня это такой блок. Если вы приняли эту концепцию, дальше можно либо уточнять ее и разъяснять, либо перейти к чему-то еще. Динамики можно раздувать. Да, конечно, конечно. Попробую объяснить эти выражения. Зеркало напротив зеркала, то можно представить себе бесконечность. Но. Сейчас мы зеркало напротив зеркала, в нем бесконечно много зеркал отражается. Бесконечно много зеркал отражается. Но. Вы видели, как есть пространство между двумя зеркалами? Там все очень просто. Это такая геометрически-физическая шутка и на самом деле обманка, потому что если два зеркала стоят строго перпендикулярно друг другу и не соприкасаются краями, да, но они, нет, для того, чтобы вы что-то... Правильно. В принципе, можно и сюда сходить, но можно и так рассказать. Для того, чтобы вы что-то видели в зеркале относительно двух зеркал, да, свет падает, у него должен быть некий угол падения и угол отражения. Если свет падает перпендикулярно, вы видите черную дыру.
То есть два зеркала, стоящие друг напротив друга, это черная дыра. Вот. Как только вы их ставите под некоторым углом, вы начинаете что-то видеть, но тогда это не получается бесконечность. Это круг, состоящий из приличного количества квадратов. Вот, собственно, и все. И, в общем, как мне кажется, к теме нашей беседы не имеет ни малейшего отношения. Ну, взагалі-то, вибачте, тобто квадрат Малевича, так? Є така думка, що можна його роздивлятись в динаміці. Розумієте? Да. В динаміці це буде точка. Да, я понимаю, я тоже об этом думал. Ну, серьезно, я, ну, Малевич, безусловно, мощный парень, да, и 100 лет прошло, и когда вот я сам для себя решил его вот так вот нагло взять, вообще без всех этих теорий, я, конечно, из любопытства потом туда так сходил, вот в эти места, где есть версии, как глянул, сколько их там, решил, что нет, без меня, я тут только со своего начал, да. Я еще раз хочу подчеркнуть, я не претендую на то, что вот я сейчас пришел и предлагаю все то заменить. Я делюсь системой, которая для меня работает. Да? Слушайте, тогда давайте тогда, раз все быстренько произошло, давайте я попробую. У меня же какая задача была? Вот сейчас я попытался определить нас, да, с точки зрения будущего. То есть, где мы находимся сейчас, что с нами происходит. А в пятницу я попробовал вот точно так же определить нас с точки зрения прошлого, наше культурное и украинское общее пространство. Если хотите, у меня язык пока еще не сильно устал, я могу попробовать еще раз это рассказать. Андрей, насчет пикселя. Привязались к пикселю, а квадрат Малевича пиксель. Смотри, мы как к нему привязались. Просто это действительно так. То есть, может быть, на тебя не произвело впечатление, реально на меня произвело сильное впечатление, вот такое детское, когда я понял, что в мультимедийном пространстве, которое я уже, ну, воспринимаю как человек, ощущаю не как отдельно взятый интернет, в который нужно сходить через отдельно взятый компьютер, да, а как некая штука, которая присутствует уже в разных видах, мне сообщается. Там холодильник со мной вместе в одном. Я могу встретиться со своим холодильником там в интернете, вдруг случайно, в чате, еще год пройдет и встретимся. Вот, зачем-то. Так вот, вот это все нам каким-то образом что-то сообщает. Как выглядит наша память, как выглядит наше ощущение с точки зрения вот реальности? Никогда не задумывались. Это Малевич, в таком случае получается как бы и начало и конец всего. Квадрат Малевича? Это просто удобный пример. Ну нет, в каком-то смысле вы правы. Ну так все в этом мире до начала и конец всего. То есть во всем есть и хорошее, и плохое. То есть я говорил о том, что квадрат, с одной стороны, это, согласитесь, сколько в квадрате информации заложено. Вот если так подходить, нечисто. А сколько будет заложено в квадрате, который нужно сделать, даже из дерева? Сколько нам понадобится инструментов? Это нам сейчас кажется, что чепуха. Пойди в чисто поле и сделай квадрат идеальный, под углом 90 градусов. Еще желательно с полированными краями. Оттуда можно вытянуть, ой-ой-ой, сколько? Из человека, который умеет делать квадраты из дерева, а из металла, а с допуском там, ну, в нанопиксели и так далее. Да, а с другой стороны, это бездна, безусловно. То есть это бездна, в которую мы приходим всего лишь с одним вопросом. И для Ницше, может быть, из бездны кто-то смотрел, потому что Ницше на нее так тоже не просто смотрел. Ницше из центра европейской культуры. В начале 20 века официальные немецкие философы, официальные в смысле те, которые профессоры, преподавали философию, они в полный рост заморачивались вопросами, сейчас я попытаюсь вспомнить, дай бог, чтобы не соврал, государство как инструмент самопознания нации. Я не читал эти работы, но я не думаю, что они там из пальцев высасывали. Я думаю, что они занимались практикой, особенно судя по тому, что произошло в 17 году в Питере, и немецкий след, да, известная история. То есть детективчик можно легко написать. Что ж, для прикладу. О бездне или о чем вы говорите? Про квадратный. Про квадратный вообще. Ну, в каком-то смысле, да. Рублем. Да, то есть, конечно, для Ницше, возможно, когда он смотрит в бездну, то он там какой-то Орденбух обратно на него и смотрит. А в черном квадрате Малевича ничего же нет. Один вопрос и все. Бездна в чистом виде. Очень полезно в бездну кричать, кстати. Кто говорит, что в унитаз кричать бесполезно, тот не прав.
никогда не пробовал. Сегодня попробую. Вот. Так. Зачем нужно макроны закрыть? Наши настоящие. Да, я уже вспомнил, я пытаюсь вспомнить, с чего же мне там стартануть удобнее всего, чем будет. Меня вот интересует по поводу современного постинформационного пространства. Например, как бороться с таким количеством информации и нужно ли с ним бороться? Ты прям как вот Лида в телевизоре. Ну а какая, не знаю, солнце. Ну, вот мы идем с тобой по лесу, да? Вот с чем там нужно бороться? Это среда, ее нужно как-то изучать. Кажется, меня не напрягает, да, когда ты начинаешь понимать закономерности всего этого. Человек попадает в город, он пугается, ему кажется, все страшно. Как с этим бороться, с этим троллейбусом? Как бороться с троллейбусом? Ну не стоять на расписании. Точно так же понимаешь, я понимаю, что когда начинаешь даже говорить, даже здесь, на Майдане, начинаешь говорить об апокалипсисе, у человека паника. И он даже вроде бы с тобой согласен, когда начинаешь ему перечислять, что ну смотри, и физика вот там заканчивается потому-то. То есть согласен. Согласен, что литература, там, как роман, как форма закончилась в 20 веке, а русская литература так закончилась, так вообще. Согласен. А что финансовый кризис был, согласен. За логику. Ой, страшно. Не надо бояться. Я поэтому и называю это такими словами, потому что и постинформационное пространство, и тяжкое наследие 20 века в виде того, чем мы с тобой на жизнь зарабатываем, реклама, пиар, идеология, да, они так поздвигали нам смысловые планки, что, в общем-то, то, из-за чего я начал, нам хотя бы давайте какие-то термины, в котором бы мы достаточно четко понимали друг друга и не позволяли себе смещаться. Поэтому я выбрал, в том числе и поэтому, я выбираю такие иногда страшные, специально страшные слова, чтобы мы каждый раз подпрыгивали и проверяли, не страшно ли. Вот, это первое. Второе, ну, смотри. Что там? Привет. Не, ничего. Ага, то есть вопрос уже не актуален. И куда мы возвращаемся? Мы возвращаемся... Наше положение с точки зрения... Да, смотрите, давайте попробуем сначала встряхнуться от вот этих вот... Я как раз и говорил о 20 веке, о том, что, ну, понятно, классовый подход к истории и пропаганда, идеология, инструменты застарели нам всяческие мозги, и мы являемся иногда заложниками даже самого разговора. Там, капиталистическое общество, не капиталистическое, ты демократ, значит, ты не демократ. То есть в рамках этих терминов, в рамках этих систем, очевидно, нет ответа. Очевидно, нужно попробовать отойти как можно дальше. Давайте попробуем отойти как можно дальше и посмотреть, к чему это нас приведет. И прежде чем нам захочется попробовать, я сейчас буду говорить о государствах, о социумах, о каких-то еще. Прежде чем нам захочется положить разные государственные системы там, да, в одно прокрустово ложе, давайте вспомним, кого мы будем туда укладывать. Потому что есть, например, нам совершенно известно на уровне Википедии все. Я все, что я говорю, это очень неглубоко, специально. Ну и, в принципе, я мало чего знаю. Есть такое государство, в котором уже тысячи лет существует конституционная монархия. Есть король и есть парламент. Тысячу лет. 700. Вот я так и знал, что здесь кто-то появится, который тоже захочет поучаствовать. Окей, 800, но на самом деле почему? Гражданские войны в Англии, я говорю об Англии, да, они датируются 1200-1300 годом. Давайте умничать. Там уже был тогда парламент, там уже была монархия. В общем-то, в каком году Тюдоры у нас образовались? 1280 Тюдоры. Нет, 1300. Стоп, это конец войны Алой и Белой Розы. Мы говорим о Плантагенетах. Я пытаюсь ухватиться хоть за какую-нибудь династию, которая бы там до внука продолжалась, чтобы утверждать, что, ну окей, пусть будет 800 лет. Хорошо, 800 лет. Это надежнее всего. 800 лет у нас существует в Англии монархия, конституционная причем. То есть 800 лет без изменений продолжает работать система, где существует парламент и есть некий царь.
да? Причем сейчас, конечно, у нас может появиться соблазн сказать, что это все такая формальность, фальшивка, они там никому не интересны. Вот. Но как только мы попытаемся найти взаимосвязь между двумя этими органами управления, мы найдем ее бодрую и, на мой взгляд, более чем убедительную. Единственный раз за 20 век английское общество было недовольно поведением английских королев. Она себя плохо повела там в ситуации, связанной с похоронами принцессы Дианы. Возмутилось аж целых 25% английского общества. То есть 25% англичан осудили действия своего монарха, про которого они вроде как уже десятки лет ничего не говорили. И можно сказать, ну и что, ну там королеве было по барабану, да нет, не по барабану. Ходят слухи, что она даже подумала, а не отменить ли монархию, раз такое дело. Ну то есть, может быть, это и анекдот, но она переживала по этому поводу очень сильно. Есть куча документов, записи там и так далее. Да, то есть, о чем я хочу сказать? О том, что существует некая система государственная, которая 800 лет, видимо, внутри каких-то своих традиций. Мы никогда не поймем эти традиции, я даже не пытаюсь их понять. Я констатирую факт. Вот она вот такая вот работает. Да. Немножко мы, я думал, паны быстрее через Англию проскачем. С другой стороны, у нас существует государство, которому всему, ну сколько угодно лет, я скажу 300, да, которое возникло совершенно спонтанным образом, которое образовало 4 человека очень странных, до этого никогда не пересекавшихся, не договаривавшихся, очень разных. Юрист-романтик, пацифист-генерал, мизантроп-поэт там и пройдоха-изобретатель. Да, вот они вчетвером встретились волею судеб. По крайней мере, никто не знает ни о каких документах, да, которые бы были свидетельствовали об обратном. Один из них взял, как поэт, написал документ, то есть художественный текст единого автора, написанный за 2 недели, декларация независимости. И 300 лет с нуля имеем империю, Соединенные Штаты Америки. Вот Англия, 800 лет монархия, вот Соединенные Штаты Америки. В какую систему? Ну вот, предлагайте, я не знаю, да? Давайте посмотрим, раз мы уже так разобрались, что, разогнались, что же происходило вот на нашей части земного шара за последние лет 300-400. Ну, начнем с соседей, конечно же, с любимых северо-восточных. С точки зрения культурного обывателя, опять же, ну, хотите, говорить Иван Грозный, который переписывался с Елизаветой, написал аж целых 11 писем, а вообще он по жизни уста, по-моему, не написал. Ну, хотите отчитывать от Ивана Грозного, но мне кажется, что правильнее отчитывать от строительства Санкт-Петербурга. То есть, с точки зрения культурного европейского обывателя, что-то в краях России, ну, интересное, что могло попасть. Вы же еще не забывайте, что это не 21 век. Опа, открыл. Крестьянин там французский, Фейсбук с утреца. Петр Первый рубит окно в Европу. Зашибись. Нет, конечно же. То есть, именно потому, что строительство города с привлечением специалистов, то есть культурное событие, темп которого соответствовал темпу того времени, позволяет мне предположить, что с точки зрения европейской цивилизации что-то интересное в России начало происходить в 1703 году. Да, первом. Извини, я могу не смотреть, я теперь все время проверяю с датами. Просто в пятницу был какой наоборот, очень бодрый оппонент, особенно по украинской истории, он мне сразу закидывал. Да, 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 он радостно. С ним было хорошо. Не, мы отлично в паре Березниченко. Мне кажется, отлично, но я не зритель, я видео так и не смотрел, но мне показалось, что это было в чем-то правильно, когда с такими националистическими взглядами, чуть-чуть под другим углом, ну, шикарная картинка была. Так вот, 1703 год, Питер. Какое у нас там следующее событие? У нас там следующее событие, 1861 год. В России отменили рабство. Давайте называть вещи своими именами. Отменили не какой-то там странный древний обычай, отменили рабство. Причем, я сколько раз об этом говорил, столько не могу пройти мимо, потому что вот в логике надо проскочить. Позвольте, я буквально пару слов скажу, напомню. Задумайтесь просто, смотрите, у нас же есть сейчас куча аналогий, да, мы можем рабство погуглить и посмотреть. Абстрактная, самая абстрактная форма рабства – крепостное право. Я имею в виду что? Что такое идея рабства? Это идея неосознанной эксплуатации.
Это когда человеку внушается, что его эксплуатируют, потому что он неполноценен в принципе, по какому-то признаку. Да? И всегда нужно к чему-то придраться. Удобнее всего, ну, всегда находят, везде. То есть, куда бы мы ни заглянули, даже вот свеженькие, пусть это даже искусственное разделение, все время забываю второе племя в Африке, тутси и... Я все-таки не зря смотрю. Да? То есть там произошло искусственное разделение. Для того, чтобы половина народа перебила другую половину народа в стране, вождь придумал два племени, тутси и вот эти вот вторые, и организовал там автогеноцид. Да? К цвету кожи, к религиозным убеждениям, там, к чему угодно придирались люди, чтобы организовать институт рабства. В России рабство в чистом виде, согласитесь, вообще ни с чего. Абсолютно одинаковые человеки. Один из них раб, другой его господин. Мне страшно себе представить вот просто как в бездну вот в этот черный квадрат. Кстати, хороший вопрос. Для меня это очень такое. Что объясняли ребенку, да, вот как отвечали на этот вопрос. Ну вот мне там 5-6 лет, мне до меня доходит, я спрашиваю папы своего, крепостного, папа, а... Вот, и как дальше вот в этой семье все, что у них там происходило? Это же кошмар. И почему я сейчас еще об этом так заговорил? Потому что, смотрите, рабство было отменено формально. Оно не было осознанно. Почему я так считаю? Потому что мы не находим культурных следов этого процесса. В Америке, которую я упоминал, да, государство-то реально самообразовалось, и это всем понятно, самоутвердилось. Не потому, не тогда, когда они написали там Билль о правах или приняли Конституцию, а когда они сошлись крепко, поспорили на вопросе рабства, и потом поняли, что религия, вопрос, кстати, о христианстве, да, христианство или убийство, религия не работает. Нужна какая-то другая институция, которая бы не давала гражданам убивать друг друга. Да? Я понятно говорю? В России процесс отмены рабства, не знаю по каким причинам, кроме МУ, я не нахожу ни одного факта, да, который бы говорил об этом. Когда я начинаю размышлять о следующем событии, 1917 год, мне вообще становится страшно, потому что если посмотреть с точки зрения 1861 года и посчитать, кто эти люди в 17 году, то мы легко обнаружим там внуков, а может быть даже и детей рабов. Но, друзья мои, а где хоть один слоган на эту тему? То есть я предполагаю пласты автоцензуры в обществе, да? От мысли преступления, как мы в Оруэлле читали все 1984, то есть от автоцензуры индивидуума до государственной цензуры, которая направлена только на один момент, на том, что Россия до сегодняшнего дня остается государством рабовладельческого характера. Государственного рабства в России никто не отменял, в России рабовладелец это госаппарат. Ну, грубо говоря, так, я сейчас не об этом. Я хочу уже перейти к нам. Смотрите, что же произошло с нами. Я не знаю, что происходило там, по каким причинам, но мы можем точно утверждать, да, это ну, на поверхности лежит, называйте это как хотите. Но на территории, на которой мы сейчас с вами находимся, на которой жили там, предположительно, наши с вами деды и отцы, местное население было уничтожено под корень несколько раз. То есть сначала в 20-22 год, совершенно не важно, да, кто виноват, но это очевидно, просто под корень. Причем мы на это не обращали внимания в школьных учебниках, в моих, я точно помню, было написано, но до меня не доходило, что красный террор – это когда зачистка населения. То есть нам в школе даже об этом говорили, о том, что зашел отряд в село, да, просто говорили таким языком, так, перед нами картинки красивые не вставали убедительные, нам это не отплатило. Вот, второй такой геноцид произошел, очевидно, в 1933 году и третий в 1943. Опять же, я не хочу открывать сейчас дискуссию на тему, был ли именно Голодомор принципиально для украинского населения. Действительно ли по всей территории Украины в 1943 году, там, когда заходили части советской армии, то выгоняли всех подростков в первые ряды без оружия. Действительно ли только красные или, может быть, еще и батька Махно тут косили, совершенно очевидно для нас только одно, что здесь культурная связь была прервана, да, с нашими предками несколько раз. То есть на сегодняшний день мы с вами здесь имеем общество первобытной культуры. Я не могу
найти другого слова, да, не примитивное только. Давайте не будем вот туда впадать. Предложите лучшее определение, если вас это слово раздражает. Первобытный, в смысле, мы заново устанавливаем между собой какие-то связи. Вот на моем примере я как бы классический сегодняшний культурный украинец там, в первом-втором поколении. Я практически ничего не знаю про своих дедов и отцов, дедов, да? Вот, и практически каждый из вас максимум до деда. Дальше бездна, дальше черный квадрат Малевич. То есть для меня, как бы мне не хотелось, как бы мне не льстилось, как бы я себе на память не заучивал, но мне все равно Шевченко будет точно так же далек или близок, как и Дюма. То есть для меня это... Да. А вы считаете, что он вам точно так же далек или близок именно по причине утраты вот этих связей и утраты связей? Когда я говорю мне лично, я всего лишь привожу пример. То есть, на самом деле, я, может быть, слегка... да, вы экстраполируете этот пример на общую ситуацию, насколько я понимаю. То есть, все-таки какой-то призрак Димы Резниченко веет, я чувствую. Да? Ничего не могу поделать. Утверждение, по крайней мере, мне кажется, несколько... Я пытаюсь понять, вы где-то пропустили спор в каком месте. То есть, вы просто хотите придраться или для вас... Я не хочу придраться. Для меня это действительно важно. Тогда давайте когда вы говорите, что население было уничтожено несколько раз почти полностью, соответственно, должны были прерваться эти связи. Вы утверждаете, что они прервались. Конечно же. Ну, я понимаете как? Вопрос в том, что это по причине отсутствия связей? Простите, я просто пытаюсь понять. В данном случае я, боже упаси, не пытаюсь придираться. Я не пытаюсь показать, какой я умный. Нет. Секундочку. Я просто пытаюсь понять. Представьте себе, мы несколько раз полностью уничтожаем население. То есть мы должны предположить, что либо на его место пришло новое население с нового места, с новыми связями. Один раз, потом второй раз, потом третий раз. Либо, что кто-то все-таки оставался, но этого было недостаточно для передачи этих связей. Вы приводите в данном случае пример себя. Ну, Шевченко вам столь же далек, сколь и Дюма, или столь же близок, сколь и Дюма. Не знаю. Каждый из нас может проследить свой род максимум там до деда. Но я вам возражаю просто по той причине, что как раз я на собственном примере всего этого не ощущаю. Я могу проследить до прадеда и до прапрадеда и так далее. То есть хотя бы на моей семье это не отразилось. Я также знаю, ну, я понял. Книжек более или менее умных или глупых, что вот эти вот фольклорные мотивы, песенные, сказок и так далее, можно отыскать даже в нынешних украинских селах, вплоть до... Вы делаете то же самое, что делает Дима. Вы сужаете пространство, в котором я работаю. Я говорю о культуре, да? Причем, когда я говорю о культуре, я не имею в виду массовую культуру или какую-то магическую культуру. Наоборот, я говорю о кодах и протоколах общения. То есть мое пространство культурное – это не магическая часть объективной реальности, данная нам в ощущениях. И я совершенно не против личной истории. Я говорю о тенденциях и о движениях. Вы же не будете спорить с тем, что большинство населения здесь было выкашено, да? И, грубо говоря, если даже вот вы один такой мальфар, там, носитель технологии, предположим, да, древнего знания, это же не означает, что как только вы появляетесь в неком социуме, обществе, и все общество сразу же подтягивается до вашего уровня. Вам сначала нужно это общество обучить своим культурным кодам. Я как раз об этом и говорю, когда говорю о первобытном обществе. Потому что... И вот тут Дима, кстати, прокалывался. Я не буду повторять этот трюк. Вернее, он тогда был случайен, а сейчас это было бы как трюком. Дима с пренебрежением отнесся там к черепкам трипольской культуры. Ну как с пренебрежением? Типа это наше, но он больше сосредоточился на Шевченко. А я как раз хочу сказать о том, что первобытные практики первобытного общества, это как раз вот это вот самые сложные вещи, потому что это вещи прямой передачи. Понимаете, о чем я говорю?
То есть вот я знаю, как делать сыр, предположим, я знаю, как гончарить, как свернуть мисочку. Можно написать 10 тысяч томов, можно даже сделать видеоуроки. Мастера пытались это делать, мастера-режиссеры на моих глазах, мастера-гончары. Но, опять же, по своему опыту я провел много мастер-классов, там больше 200 часов, заморочился, посчитал. Провел 200 часов стартовых мастер-классов по керамике для людей от 6 до 85 лет. Часа, двух часов хватает прямой передачи. Меня не гения керамики. Я умею вот как раз сыр, я делаю вкусно. Чашку так себе, да? Ну вот часа достаточно, чтобы передать любому здравомыслящему, я его так называю, человеку. Да? Не талантливому, не умному, с каким-то IQ, потому что вот здравомыслящему человеку. И вот пока вы не передадите, простите, я не знаю, как вас зовут, забыл. Не знаю. Геннадий. Вот только тогда вы можете сказать, что общество состоялось полностью. То есть да, безусловно. И потом я же не отбрасываю, в принципе, не магическую часть. Я человек, я всему этому отдаю отчет. Вот. Плюс, ну, понимаете, когда вы так активно рветесь критиковать какую-то штуку, вы забываете один момент. Ну можно. Простите, я просто активно пытаюсь понять. Ты вот реально сбиваешь. Мы отлично с Геннадием общаемся, не нужен ему агроадвокат. Серьезно. Ну мы поняли друг друга. Да? Да, все. Сейчас выключил. Итак, да, в общем-то, все согласились или не согласились, что решили послушать, что же получится, если да, мы сейчас станем Украиной первобытного общества. А то, в общем-то, ребята, и получается на самом деле то, что мы имеем сейчас. Что такое первобытное общество? Это общество, которое еще не выросло до государства. То есть, на самом деле, когда я это себе сформулировал несколько месяцев назад, ой, Ген, мне так стало грустно. Ну, когда я сам себя убедил в том, что мы первобытные. Грустно с точки зрения прогресса. То есть я, как бы, с одной стороны, успокоился, потому что, о, наконец-то вокруг меня была более-менее крепкая, понятная система. Там черный пиксель. Там, значит, вот это вот все, а мы тут вот такие вот. И понятно, куда двигаться, тем более, что есть еще и мультимедийное пространство. Ну, черт возьми, если в мультимедии так быстро, то вот здесь... Ну и вот события последних дней собираю... Вы же не будете отрицать, что мы вот совершенно в первобытных условиях беседуем с вами на культурные темы. То есть, причем, опять же, первобытное это не значит каргокульт. Как офигенно первобытно использовали строители Майдана версии 2.0, вот все культурные объекты, в общем-то, не нашей культуры. Ну, отлично. Евро поддоны. Если это первобытное, то должен быть вариант, какой-нибудь прогрессивный вариант общения культурного. То есть, ну, так это оно и происходит. Кофеек, и об этом же идет речь, что получается, причем, понимаете, у нас на самом деле, ну вот если говорить с точки зрения там художника или культуролога, как хотите, я уже использовал этот пример, мне кажется, что у нас на самом деле ситуация такая, когда умирает нелюбимая дальняя родственница, оставляет кучу наследства, и ты не успел еще это принять, как тебе по лотерейному билету джекпот какой-то приходит. То есть, мы вот в таком сейчас осознанном состоянии находимся на старте первобытного культурного общества в реале, и при этом весь мир находится в таком же состоянии относительно мультимедийного пространства. То есть им культурным, со всем их инерцией, традициями или уже наработанными какими-то, как у американцев, навыками освоения пространства, придется заново перестраиваться. А нас и там интересует одно и то же. Потому что если мы вернемся к интернету, я вот упоминал, помните, про то, что не будет там, ну, невозможен искусственный интеллект и так далее. Как мы это видим прямо сейчас, в чем мы видим, например, одну из проблем в интернете? Проблема поиска, да? И она не будет решена в ближайшее время аппаратными программными средствами никак, по той же самой причине, потому что вместо божественного случая, да, там стоит генератор случайных чисел. То есть вы заходите в Google, вы пытаетесь что-то найти, на вас вываливается масса информации, а все эти попытки какие-то фильтры поставить, контекстные поиски и так далее, даже не специалисту очевидно, что они не работают. Не работают именно по этим причинам. То есть в этом месте должен сидеть человек. Более того, мне кажется, что в этом месте очень удачно может сидеть украинец.
Потому что что нужно для того, чтобы находить информацию в интернете? С одной стороны, ну, конечно же, нужны некие шаблоны, они будут разработаны со временем. Со временем, если мы это примем задачу за рабочую. Но с другой стороны, те, кто серфят, да, те, кто постоянно ищет какую-то информацию, тем знаком этот процесс такого созерцания, да, этого потока, когда ты иногда даже видишь каким-то боковым зрением, запомнил какую-то страницу, которая тебе пригодилась в каком-то там 12-м поиске. Да, вы понимаете, о чем я говорю. И тогда получается следующая штука, что если мы владеем первобытными практиками, а мы на самом деле сейчас в полный рост заново для себя открываем эти первобытные практики, вот как вместе договориться дрова порубить, да там и оптимально поточить, как вот это все собрать. Сыр, гончарство, земледелие и так далее, и так далее. Все эти штуки, которые обеспечивают тебя здравым смыслом, здравый смысл помогает тебе в гугле находить правильные ответы. И это может быть востребовано в мире. Обратите внимание, никто на уровне государства этим не хвастался, потому что там на уровне государства ничего нет, но индусы за последние несколько десятков лет очень подправили себя экономически, работая в колл-центрах. Уже понятно, к чему я клоню? Напомнишь, что такое колл-центр или нет? Знаем. Да, то есть как это появилось? 70-е годы, когда бытовые приборы в Америке стали очень сложные, когда хозяйки уже обламывались считать юзер мануал, понадобилась необходимость их озвучивать. Возникли такие вот центры, где сидели люди и просто читали по запросу инструкцию. Очень быстро стало понятно, что эти центры по соотношению цена-качество лучше всего располагать в Индии, потому что телефонная связь относительно недорогая, а индус, оснащенный драйвером английского языка системы Pidgin English, очень дешев. И этого Pidgin English вполне достаточно для того, чтобы читать юзер мануалы. То же самое я рискну предположить и здесь. Украинец будет минимально культурный для того, чтобы быть оператором этой штуки, да, и, соответственно, максимально дешевым. То есть вот там прогнозирую вот такую вот профессию лет через 5, через 3. Можем сами спровоцировать эту культурную ситуацию. Вот. В чем еще такая суперпозиция прекрасная? Да в том, что весь мир, да, понимает, что, ну не весь мир, но во всем мире ситуация апокалипсиса культурных систем одинаковая. И пока мы не наберем некий материал, пока мы не проедем в пространстве, мы участники процесса, мы не можем ничего сделать глобального. То есть представьте себя на автовокзале. То есть приезжают автобусы, а вот вы стоите и их видите. Вы можете только регистрировать приезд. Мы не можем понять систему. Если мы перейдем в диспетчерскую, мы увидим систему, по которой приезжают эти автобусы. Но когда мы стоим просто на площадке автовокзала, мы видим, то никто не приезжает, то приезжает их целых трое. Поэтому мы не можем сказать двумя словами, да, о ситуации за день. Нам нужно, для того, чтобы объяснить, что произошло за день, нам нужно просто тупо записать все автобусы. Вот. Но нам это делать проще всего, у нас взгляд не замыленный. Менее замыленный, чем у культурного немца, француза или американца. И мы можем начать сейчас создавать базу заканчивающихся или закончившихся систем. Я имею в виду любую. Ну, опять же, от литературы до физики. Вот тоже хорошая работенка. Вот. Ну вот на этом блоке я бы стопнулся, как минимум для того, чтобы... Конечно, я просто, если можно... Да, без проблем. Вы пейте, да, и слушайте. Вот Гену спросите, может быть. Нет, я не понял вашу мысль по поводу колл-центра, да? Это вы видите как будущее, или как вы оцениваете? Почему колл-центр вы имеете в виду, что он должен быть именно у нас? Там, да? Колл-центр это, ну там, 0-0-0-0-0, учитывая по надписям... Человек, стоимость человека-часа. Да, украинский человек-час, конечно, дешевле английского. Конечно. Вот и все. Однозначно дешевле, но это неплохо. Это вопрос в том, что мы востребованы. Востребованы в нашей программе, не востребованы в нашей сельской хозяйстве. Я же как раз наоборот и говорил, что у нас же есть. Конечно, если мы можем дебинговать, что ж плохо. Колл-центр — это человек, который сидит и умеет только говорить. Но наши программисты, наши другие ребята, которые довольно-таки активно, ну, пользуются популярностью в мире. И они развиваются сами, развивают возле себя окружающих. Вы говорите о единицах или о судьбе талантов и так далее. Я же занимаюсь тем, что пытаюсь смоделировать потоки. То есть
работа для оператора вот такого колл-центра, да, Google колл-центра, это массовая работа. Это как раз не талантливая работа. То есть вместо того, чтобы идти охранником, я вот просто какую альтернативу предлагаю, да? Вернее, не предлагаю, а предполагаю. Говорю, что есть такая, на мой взгляд, возможность. Может, мне сейчас кто-то... Может, сейчас здесь, в этот здесь момент... Здесь есть один нюанс, чтобы да. Google заинтересовался вот потоком нашим, да? Его нужно на более высоком уровне вот схватить за органы и направить сюда. Поскольку потенциал есть, а размещаются реальные офисы, реальные колл-центры, где люди сидят и делают то, о чем говорится, они сидят не у нас, и по экономическим показателям они у нас еще не будут сидеть лет 20. Хотя фактически они могут у нас уже сесть лет через там, это же какой же года такой 3. Бодрый экономист есть, который в сегодняшней ситуации прогнозы 20-летние выдает. Нет, меня просто интересует, кто рискует прогноз, экономический прогноз сегодня выкатить на 20 лет. Это кто такой герой? Ну, это те же аналитики из любимой, нелюбимой тире нами Америки. То есть тот же Microsoft, который размещает офисы понятно где, тот же Google и вот так далее. То есть наш потенциал понятен. Непонятны конкретные, абсолютно практические методы привлечения его сюда. Отвечаю. Мне неинтересно дискутировать с аппаратом, который рискует в сегодняшней ситуации делать экономические прогнозы на 20 лет вперед. Ну, в моей системе ценностей это ну, неинтересно, некомпетентно, максимально неточно. Это... Ну и все тогда. Ну, то есть, если они на это опираются, флаг им в руки. Ну, посмотрим, что у них получится. Нет, они тогда сюда просто никогда не придут. Ну, или не никогда, значит, но мы их не придем. В ближайшем будущем. Ну, вот я этом... мы же научились решать этот вопрос очень легко. Если к нам президент не идет, мы садимся на машины и едем в Мехожирье. Ну, и все, значит, мы к ним как-то приедем. Или, смотрите, тут же вы продолжаете находиться в залоге старых культурных кодов, да? В любой системе, неважно, государственной, общественной, вот эта вот штука тебе, ты критикуешь, а пойди сделай лучше, да? То есть ситуация дихотомии. Ты либо со всеми, либо в оппозиции. По какой причине? По причине гравитации. Гравитации и времени. Да? То есть, если ты с основной силой, у тебя есть ресурсы, ты построил мэрию, ты в ней сидишь. Если ты в оппозиции, у тебя не такие ресурсы, ты ходишь вокруг мэрии и думаешь, как бы ее атаковать. Наличие интернета, наличие нового культурного пространства говорит нам всего лишь о том, что у нас появилось новое пространство для обходного маневра, для существования, для чего угодно. То есть любая ситуация, в том числе и ваша, да, которую вы предлагаете, она уже предполагает наличие третьего. Да? И поэтому мне не страшно, ну вот, мир без Microsoft я себе отлично представляю. Мне он почему-то видится очень приятно. Мир Linux гораздо веселее, да, вот Торвальдс просто как человек, когда он говорит о том, что Билл Гейтс не понимает, что я с ним не воюю, вот я читал про него книжку, и он там вот такие замечательные слова. Мне кажется, что это слоган Linux, вот, как программного продукта. Простите, у меня такой вопрос, а не может получиться ситуация такая, что в данном случае по квалификации мы проигрываем Англии, а по цене мы проигрываем Индии и Китаю? И мы оказываемся между двух стульев. Бен, не знаю, я же не ресерчер. Я понимаю, но просто это может все, сильно скорректировать. Все возможно. И то, что я же сейчас сказал, смотри, давай на ты перейдем. Когда мы говорили о прошлом, да, то тут для меня важна некая логика, да, почему это произошло. А когда мы говорим о будущем, ну какая же может быть логика? Вот я пробросил камушек, да, он мне показался забавным. Возможно, вот ты как ну, не среднестатистический украинец, тебя лично дернуло, когда я заговорил о количестве поколений, да, которые, прости, пожалуйста, но если я там затронул чего-то. Возможно, я перегибаю палку, потому что я слишком много занимался последние годы первобытными практиками. Ну, то есть, вот я реально увлекся сыром, там, 2 года делал сыр, всех друзей кормил, вообще маньячил по этому поводу. Там, точно так же, вот у меня появилась возможность, у меня есть друзья гончары, там, и там несколько лет назад я наконец-то оторвался до этого, там, и всерьез этим занялся. Возможно, я сейчас хожу прибабаханный этим. Но мне вот кажется, что существует, и я при этом в интернете с 1999 года, но я не программист.
То есть я там по совершенно другим поводам всегда. Вот. И у меня начинает, то есть все, что я излагаю, как мне кажется, оно подтверждено с достаточно большим запасом прочности лично для меня, я его проверяю, как минимум по двум уровням, а вообще, когда о чем-то говорю вот так вот вслух нагло, то по трем. То есть уровень собственного опыта, да, уровень собственного, то, что я потрогал руками, да, то, что я придумал своей логикой, второй уровень, да, и третий общеинформационный, то есть правда ли это, был ли такой факт. Вот. И пока, вот за полгода существования, я не могу сказать, что первый, второй раз выступаю перед таким большим количеством народа, но в ситуации там 1 на 2, на 3, на 5, очень вдумчивых и внимательных слушателей, я это прокатывал уже несколько раз. И, ну, по трем плоскостям я еще ни разу никто не пробивал, даже попыток не было. Ну вот, вот как-то так. Вот. А Диму жалко, мне кажется, он не услышал. Он так и не смог соскочить, в отличие от тебя, с вот этого ощущения, что автор просто неподготовленный явился и пытается свои незнания пластов истории какими-то такими общекультурными бла-бла-бла. Нет. Есть просто определенные шероховатости, которые для себя я до сих пор не смог выяснить. Не, ну так класс, это здорово. Если ты ощущаешь какие-то шероховатости, мне тем более интересно, потому что раз уж разговор зашел, то хочется допилить это все дело до идеального состояния. Опять же, вот возник такой вопрос. Вот, мне кажется, трабл в отсутствии пассионарности у нас, как у нации в принципе, да? То есть, вот, например, первый ЭВМ изобрели где? В Украине. Он там стоит где-то в Феофане, по нему можно лазить, как по девятиэтажке, там лампы, лампы, лампы. Спроси англичанина, который сейчас покупает нашу рабочую силу. Спроси американцы, которые сейчас покупают нашу рабочую силу, а-ля программистов. Где изобрели первый ЭВМ? В Америке, в Англии. Мне кажется, для того, чтобы вот произошло то, о чем говорил вот человек, нужен толчок немножко с другой стороны, с точки зрения банально какой-то, может быть, немножко хамской, извините, пассионарности, вот как нации. Так как это делают, ну не знаю, ну те же американцы, те же арабы, да, ну на самом деле. Впечатление такое, что первая половина вопроса никак не связана со второй. Вот и все. Они, и вот если мы говорим о ВВМ, который изобрели в Украине, он стоит в Феофане, да? Они связаны в плане практического применения. В данном случае работает не пассионарность, а экономика. Не зовсім. Я вибачте, що так обруднюється ваша розмова, але все ж таки я наче так зрозумів, що ви маєте на увазі. Пасіонарність, може, тут можна підставити друге слово. Воля. Вийди, пожалуйста. Ну, воля – це таке. Ні, це вже дуже абстракція. Ну, не, от дійсно, що для нас це є абстракцією, але якщо все ж таки вглибитися в смисл, розумієш, і... Тіска, батьки посинуть там, пожалуйста. Пасіонарність, воля, воно все ж таки десь... Десь дуже близько. Ну, це так. Ну, я понял. Да. А то я просто целый день... У нас было 234 зрителя, кроме... Ой, отлично, как здорово. Спасибо вам всем огромное. Это очень приятно и очень волнительно для меня. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали. И мы же продолжим, да? Ну, наверное, что, да. Ну вот, мы, конечно, продолжим. Приходите на Барбакан и давайте продолжать. Спасибо. Спасибо, ребята. А мы... Ой, мама. Так. У нас многие зрители просили после такой замечательной лекции посмотреть на Крещатике, что происходит. Смотрите, на Крещатике у нас происходит... Панорама. Тише благодать на данный момент. Также советовали нам оставить летнюю обувь. Посмотрите, какая обувь. Эти люди точно не умеют. Зимово. Провокатори. Так, це зимове взуття.
А може вони спеціально в валенки вдягнуться? Ну так, щоб стилізуватися, щоб їх ніхто не впізнав. Альфа в валенках. Ну хіба що, була ідея така просто під прокуратурою, коли це, перепрошую, перед під РОВД, коли був останній цей судочка з Берку там. Радили людей пізнавати по кросівках, тому що казали, що ці провокатори, вони будуть всі в кросівках і нібито Беркут не буде чіпати людей в кросівках. Але таких версій точно це є багато і дякую. Коротше, як бачимо, в світі все вирішують мешти. Ну так. Опа. Кар. Побачимо. Ну, до речі, як бачите, сказати, тут все тихо, спокійно, ніякого алярму. Та тут щось смажить таке, ого. Ого, ні, це картопля. Це картопля, от дивіться. Це картопля, але вона з салом. А як інакше? То, що... Супер. То, что це, как это, мы слышали, что в Америке негры не доедают, так вот, пожалуйста, советские граждане просят то, что они не доедают, пусть негры присылают нам. Так что наразі на Майдані... Заздріть, такого... заздріть, що у вас тут нема, ті, хто не на Майдані. Ось у нас що є. Дуже смачно пахне. Ти ще хочеш вирахувати постежу? Плюс три. Зараз телефонують друзі, які тут питають, що активна ще робота агітаційного плану. Щось збирають, щось підписують люди. Навіть пів десятої вечора. О, не набуває, не цей. Нормально. Попробуй один чисто послухати і курити на хтось. Ну там в чаті були версії, що людина є накурена, але мені здається, що це просто у людини є така вдача. І так, да, дійсно, просто можна запускати в антимайдан. Просто людина починає говорити на такі теми, над якими ми навіть 5 секунд в день не задумуємося. І коли ми починаємо про це задумуватися більше, ніж 2 секунди, а це триває навіть хвилинами, наш мозок починає працювати зовсім по-новому, по-інакшому. Тому для нас це зазвичай незвично. Ось. І ми не розуміємо, що з нами, нас це починає дратувати. Нестандартна ситуація, одним словом. Але мозок треба тренувати такими речами. Не все ж думати про те, що ми зазвичай думаємо. Цілий день. От квадрат Малявича. Ці три вершини я склав в одну. Ну, 9 вимірів вийшло. Але... Ми помножимо, мабуть, 3 на 3. Ні-ні, там воно... Головне, що я це сприймав як нормальну інформацію, тобто... не знаю, може варто було чомусь посперечатися. Чи погоджувати з усім, але нейтрально можна, любий може сприймати таке нейтрально. Так, зараз ми підходимо до пропускного пункту біля головпочтампу. Як бачите, тут ще все продають. Жарко. Я так розумію, що наші турнірки – це одна з найсміливіших версій суспільства. Штурм, не штурм, бронетехніка, не бронетехніка. Вони з твоїми шарфами і кавовими апаратами нікуди не діваються. Так. О. Я хочу сказати, що мені здається, що сьогодні людей все ж таки на Майдані більше. Ця історія з бронетранспортерами, вона приманює людей на Майдані. Приманює. Та ще, а ще є танки, крім бронетранспортерів. О. Ну так, мені тільки що зателефонував мій друг і повідомив, що десь бачив якісь повідомлення про якісь бронетранспортери. Тому... Що, ми можемо біля стени покажемо? Ну,
глядачам. Тому що на іншій камері зараз іде сцену, ніхто не показує. Тому можна показати глядачам цю систему. Тут такі звичайні господарські дрова привезли. Високі. Да. Бочки досконалені. Немає ні вагань, чи не мені. Трубиці довіші просто стає навіть приємно для очей. Ну і на це не так впливає. Чесно кажучи, в мене весоля впливалася вищі. Серце. Пришуй дороги, я листа. Якщо хтось із глядачів має творчі якісь ідеї і може співати чи розповісти якийсь вірш, вночі десь біля години 3-4 пускають на сцену всіх ентузіастів, ну, більш-менш крутого. Хто танцює, співає, можна почати свою висиває. Музичну або танцювальну кар'єру з виступу на Майдані. Тут якийсь гвард. Людина свято біля серця бережу. Горах туман, душі оман, ми на лан. На нашу морі накинули аркан. Ми за СССР і знаємо добре від тепер. Треба молити, слиш на ствол і ПТР. Горах туман, душі оман, ми лишаємо музику. На нашу волі накинули орган. Ми за СССР і знаємо добре від тепер. Про мистецтво і революцію. Всього найкращого, тримаємося.